Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей парусной мастерской висит на стене старая волшебная карта. Проходя через нее, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом», оказываемся на берегу любого океана, в любом времени, в любой эпохе. Новое наше путешествие в давно ушедшие века по морям, омывающим берега Аравии, Персии, Индии. В этом путешествии мы попали в шторм и спасли из воды самого Синдбада-морехода. Старая карта отправила его вместе с нами в 21 век, и Салажата вместе с гостем прогулялись по Петербургу. Да благословит Всевышний ваших родителей. Воистину они замечательные люди, раз воспитали таких детей. Ну что вы, уважаемый Синдбад, мы просто хотели показать вам наш город. Вы показали мне такие чудеса, каких я никогда не видел. О, я еще долго буду вспоминать встречу с экскаватором, которого я принял за дракона. Вот мы и пришли. Ваши звери заждались. Они всегда сопровождают вас в странствиях. Да, наш кот, мистер Томас, настоящий морской волк. А Фрам в своих путешествиях повидал такое, что и многим людям не снилось. Я сразу понял, что они необычные создания. И еще чувствую, что однажды они вас удивят. Привет, Салажата! Приветствую вас, досточтимый Синдбад. Мое почтение, дорогой. А у меня отличные новости. Ремонт яхты закончен. Можем отправить вас домой, уважаемый Синдбад. Как не хотелось бы задержаться в этом дивном месте, но мне пора. Вы можете высадить меня на один остров? Он находится здесь. Но на старой карте в этой точке только океан. Этот остров открыл я сам. Он крошечный, о нем совсем никто не знает. Что ж, хорошо. О, достойнейший боцман, откройте мне тайну ваших необыкновенных путешествий. Какие джинны вам помогают? Уважаемый Синдбад, но вы же за время своих странствий должны были привыкнуть к чудесам. Пусть это будет еще одно. Клянусь белым китом, настанет час, я вам все расскажу. Салажата, готовы? Тогда вперед! О, это невероятно! Мы на месте! Похоже, этот остров необитаем. Если мы оставим вас здесь, что же вы будете делать без корабля? Не подумал. Просто здесь, в одной из пещер, я спрятал нечто ценное. И вот решил воспользоваться случаем забрать. Мы можем вас подождать. Тогда на берег. Фрам, пойдешь с нами? И ты, мистер Томас? Конечно, куда ж мы без тебя? Вот мы и на берегу. Нам вдоль берега по той тропинке. Салажата, пошли! А где же мистер Томас и Фрам? Ру-ру-ру-ру-ру-ру.
хозяева ушли вперед, можно спокойно поговорить. Бррр, раньше ты был не особо разговорчивым. Да все, случая не было. Послушай, мистер Томас, что я скажу. Не нравится мне здесь. Очень не нравится. В чем дело? Тут пахнет опасностью. Ничем особенным не пахнет. Нет, пахнет. И так может пахнуть только хищная птица. Ну, какой-нибудь ястреб или сова? Не ястреб и не сова. Это огромная птица. Мне не приходилось таких раньше видеть. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.